Армысыздар, құрметті көрермендер, бұл әкім сағаты жобасы. Хабардың жүргізушілері әрпесім Гүлмира Бақтиярова, және мен Қуандық Танабас. Бағдарламаның бұл жолғы қонағы Ақтоғай ауданының әкімі Арынов Қаршыға Зәлмұханұлы. Студиямызға қош келдіңіз. Добрый вечер всем, кто нас смотрит. Қаршыға Зәлмұханович, студиямызға қош келдіңіз. Біз әдеттегідей аудан қала әкімдерін өзіміздің ашық сұхбатымызға шақырамыз. Құрметті көрермен, сіздердің де біздің бүгінгі сұхбатымызға атсалысуларыңызға, сұрақтарыңызды қоюға мүмкіндіктеріңіз бар. Біздің телефон нөмірлеріміздің барлығы экранның төменгі жағында көрсетіледі. Қаламыздың кодын теруге ұмытпаңыздар. 871-82-33-90-35 телефондары сіздер үшін жұмыс жасайды. Сондай-ақ 8-702-812-29-59 нөміріне WhatsApp сауалдарыңызды жолдасаңыздар болады. Барлығы осы студияда оқылады, әкім мырзаға қойылатын болады. Мы, как всегда, работаем в прямом эфире. Телефон в студии 33-90-35, код города 8-718-2. Для удобства жителей Актогайского района создан специальный КУ-центр, а на сайте РТСТВ идет оценка работы акима района. Наша коллега расскажет подробнее. Айлана, вам слово. Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер, ертіс телеарнасының қол орталығы дәл қазір өз жұмысын бастайды. Өз сауалдарыңызды 33-90-35 телефон нөмір арқылы немесе 8-702-812-29-59 WhatsApp нөміріне жазып, сізді мазалап отырған сұрақтарыңызды Ақтоғай ауданының әкімі Қаршыға Зәлмұханұлына қоя аласыз. Сондай-ақ біздің ертіс телеарнасының ресми Инстаграм парақшасында желі пайдаланушылар арасында біз дауыс беру жүргізген болатынбыз. Дауыс берудің алғашқы сәттеріндегі нәтижеге тоқталатын болсақ, 91% оқырман әкімнің жұмысын жақсы деп бағаласа, қалған 9% көңіл көншітпейді деп жауап берді. Ал дауыс берудің дәл қазіргі нәтижесімен таныстыра кететін болсам, 92% оқырман әкімнің жұмысын жақсы деп бағаласа, қалған 8% көңіл көншітпейді деп жауап берді. Әзірге бар ақпарат осы. Студия сөз кезегі сіздерде. Рахмет. Қаршыға Зәлмұханұлы, енді жаңа әріптесім Айлан айтып өткендей, біз биылғы әкім сағатында барлық осы әлеуметтік желілерді белсенді пайдалануға тырыстық. Енді халықтың пікірін білдік, осындай сауалнама өткіздік, нәтижесін өзіңіз көріп отырсыз. Дәл қазіргі уақытта біздің Инстаграмдағы ресми парақшамызда сауалнама нәтижесі бойынша сіздің жұмысыңызды жақсы деп бағалағандардың үлесі 92%, және де көңілдері толмайтындардың үлесі 8% екен. Осы цифрлармен, осы көрсеткішпен келісесіз бе, әлде менің жақсы деп бағалайтындардың үлесі әлде қайда көп болу керек деп ойлайсыз ба? Қаршыға Зәлмұханұлы, пікіріңіз қандай? Келісемін, осы әрине халық жақсы деп көп дауысы берілгенін әрине қуаныштымын. Халыққа көп рахмет айтамын. Осындай жұмыс, әрине бірге жұмыс істейміз халықпен. Насколько вы открыты, Қаршыға Зәлмұханович? Пытаюсь быть открытым, учитывая, что нынешние требования к руководству, это в первую очередь работа через соцсети, работа через прямые эфиры. Ну, наверное, я не буду открывать Америку, скажу, что это требование сейчас практически ко всем руководителям, ну, в том числе к руководителю Ахтубайского района, поэтому я стараюсь быть открытым во всех отношениях. Если есть какие-то вопросы, связанные не с теми днями, когда у меня идет официальный прием, я принимаю в любое время, даже если это выходные. То есть всегда к вам можно попасть на прием? Да, конечно. И вы тоже вышли из кабинетов, проводите встречи уже вне кабинета, да? Да, сейчас у нас работа в целом поменялась, поэтому мы уже уходим от традиционных встреч, поэтому мы стараемся проводить так называемые регулярные встречи в форматах. Не обязательно это должно быть в каких-то официальных зданиях, административных зданиях. Мы проводим встречи и на улице, и на полевых станах, то есть везде, где возможно, если это удобно для населения, в первую очередь. Вот сейчас работа акимов оценивается в первую очередь по созданию рабочих мест. И даже есть определенная там схема там, на определенное количество людей, определенное надо количество мест создать. Вот как у вас в районе эта работа идет и какие планы вообще по дальнейшему трудоустройству? Ну, главой государства даны поручения вниз по вертикали, как главе региона, так и акимам городов районов о том, чтобы обеспечить новые рабочие места из расчета 10 тысяч населения, 100 человек. Ну, если говорить кратко о нашем районе, у нас количество населения порядка 11 850 человек. Соответственно, я должен минимальное требование обеспечить, вот, согласно этому показателю, ну, не менее, так скажем, 110 человек. Не менее 110. В настоящий момент у меня
По состоянию на сегодняшний день создано 192 новых рабочих места. Ну, наверное, это в первую очередь, конечно, благодаря открытию товарно-молочной фермы, которую мы недавно открыли, на которой было создано порядка 80 новых рабочих мест. Ну и в целом многие предприятия сельхозформирования, они уже открывают новые производства, в связи с чем возникают новые рабочие места. Пока вот показатель такой, думаю, что будем двигаться дальше, чтобы создавать новые рабочие места. А много еще безработных? Ну, безработных у нас в настоящий момент по состоянию на сегодняшний день 365 человек числится в качестве безработных. Ну, работу по снижению мы проводим на постоянной основе. Угу. Ну, вот раз вы уже заговорили о молочно-товарной ферме, конечно, это было, я думаю, для района это событие года, да? Расскажите о предприятии подробнее и все-таки вот есть ли в планах переработка этого молока? Потому что, насколько я знаю, сейчас снабжают они вот сюда, на Фудмастер, да, поставляют? Ну, в настоящий момент само предприятие Ахтуай Милк, оно у нас уже функционирует порядка 2 месяцев. В настоящий момент по паспортным данным мы должны завести порядка 1000 голов КРС породы симментал. По состоянию на сегодняшний день у нас завезено порядка 320 голов. Буквально вот через неделю будет завезено еще одна партия, следующая. До конца года мы планируем все 1000 голов, чтобы они были уже находились на предприятии Ахтуай Милк. Все, что связано с дальнейшим, так скажем, преобразованием предприятия, мы хотели бы нарастить объемы мощности производства, поэтому мы в первую очередь хотели бы, чтобы оно из 1000 голов стало порядка 1500 голов КРС. Такие планы у руководства предприятия есть. В принципе, все необходимое для этого, инфраструктура, земельный участок, все имеется. Единственное, конечно же, нужны будут определенные вложения как и от самого инвестора, так и если он прибегнет к программам, так скажем, финансирования либо кредитования через государственные институты, то мы, конечно же, окажем всяческую поддержку. Все, что связано с планами руководства Ахтуай Милк по переработке молочной продукции, пока эти планы стоят у нас примерно на 2025-2026 год. То есть я вот еще раз повторюсь, мы хотели бы для начала нарастить объемы поголовья до 1500, то есть полностью определиться с инфраструктурой, с рабочими местами новыми. И когда полностью вот этот технологический процесс у нас будет в завершенном виде, тогда уже мы будем думать о переработке молочной продукции. В целом земельный участок для переработки молока на предприятии Ахтуай Агро имеется. Но еще раз повторюсь, это планы примерно через 2-2,5 года. Мы об этом будем думать. Пока ситуация такая. Нам сообщают, что у нас есть телефонный звонок. Давайте примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Кишарык. Проживаю по улице Алина. Это возле Иртыша, ну, последняя почти улица, в селе Актагай. У нас имеется центральный водопровод. Там, где я живу, это единственный источник питьевой воды. Но в вечернее время суток очень слабое давление воды. Напора вообще нету, невозможно помыться или постираться. Тены у меня горят. Тен стоит 1,18 тысяч, а уже я 3 поменяла. Кроме этого, данная вода не подходит ни для полива, ни для полива огорода, вообще невозможно ее. Раньше был летний водопровод у нас с Иртыша, такая была благодать. Почему бы не запустить летний водопровод с реки Иртыш? Решите, пожалуйста, данный вопрос. Это, видимо, летом, да? Спасибо за вопрос. Да, у нас проблема имеется на некоторых участках центрального водопровода. Связано это в первую очередь с тем, что в летний период у нас граждане, та вода, которая в принципе предназначена для питьевого водоснабжения, ее применяют для полива на огородах. В связи с чем дебита воды у нас в летний период не хватает. И возникает проблема, естественно, о том, чтобы в круглосуточном режиме всех, естественно, хотят пользоваться. Поэтому в связи с этим, в связи с этой проблемой, которая у нас возникла в Ахтувае, к сожалению, она имеет место быть и в Приреченске. Есть вопросы по некоторым другим населенным пунктам. Я обращался к главе региона, чтобы как-то этот вопрос решить. В принципе, глава региона дал поручение мне о том, чтобы я рассмотрел вопрос о том, чтобы продолжить строительство Беловодского группового водопровода. Это с территории Иртышского района. Ну, какая выгода для нас? Ну, в первую очередь, не будет проблем с дебитом воды, потому что источники, которые имеются в Иртышском районе, их хватает для того, чтобы производить подачу воды не только на территории Иртышского района, но и включая часть Ахтуайского района.
По логистике, чтобы дойти до Ахтугая, это порядка 35 километров надо тянуть водопровод. Это, конечно, потребует финансовых средств. С нашей стороны мы разрабатываем проектно-сметную документацию. Надеемся в следующем году получить экспертизу для того, чтобы заявиться на финансирование. Либо через республиканский бюджет, это у нас есть предприятие, которое обслуживает водопровод, это Казводхоз. Если же потребуется часть средств софинансирования, то, в принципе, глава региона готов поддержать в плане софинансирования. Пока этот проект разрабатывается, мы хотели бы его запитать наши малые населенные пункты, которые находятся вблизи Иртышского района. Это у нас села Караой, Жамбыл, Кайран. И зайти уже в те населенные пункты, где у нас имеются водопроводы. Это Кожамжар, Приреческий, Ахтугай. Это порядка где-то 8 тысяч населения. Мы решим проблему по обеспеченности качественной питьевой водой. Ну и, наверное, будет рассматриваться вопрос, где-то в каких-то моментах рассматривать вопрос по водоснабжению в летний период. При этом мы не оставляем, так скажем, задачи, связанные с восстановлением летнего водопровода. К сожалению, ну, на момент моего прихода он не функционировал, поэтому мы тоже этот вариант будем рассматривать. Во сколько он обойдется, пока наш уполномоченный орган рассматривает примерно расчеты, во сколько обойдется. Будем ставить задачи, это уже на следующий год. А на сегодня сколько сел без централизованного водоснабжения в районе? Без централизованного водоснабжения. В целом не имеет вообще источников. Это у нас село Жанатап. Но Абылхар Бактыбаевич поддерживает финансирование на следующий год данного села за счет областного бюджета. Если все нормально будет, то мы... Это вот единственное село, где у нас нет ни КБМ, ни водопровода. Поэтому будем стараться вот это последнее село запитать водоснабжением. Есть населенные пункты, которые у нас имеют только систему КБМ либо мини-КБМ. Там уже все идет от стандартов. То есть, если количество населения не превышает 200 человек, то мы не можем туда заводить централизованный водопровод либо упрощенный водопровод. Есть свои критерии, есть стандарты. Мы по ним работаем. Ну, думаю, к теме воды мы еще вернемся не раз. Есть еще один телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Саламатсызбы. Да. Здравствуйте. Я Каймулденова Елена Владимировна. Проживаю в село Ахтугай по улице Микрорайон. У меня вот такой вопрос, смотрите. Насчет общественного транспорта. У нас зимой холодно. Например, до работы добираться это очень далеко от нас. У нас и дети, и пенсионеры у нас, да. И вот чтобы нанять такси, ну, такси 400 тенге стоит, да. Не у всех есть такая возможность купить этот, ну, как оплатить такси. И вот я бы хотела, чтобы общественный транспорт был у нас. Угу. Угу. Размет. Спасибо за вопрос. Но этот вопрос мы поднимаем в течение этого года. Ну, если говорить в цифрах, наверное, в первую очередь мы должны понять, насколько это выгодно будет для бизнеса. То есть, если мы говорим об открытии внутрипоселкового транспорта, который должен, ну, так скажем, все, так скажем, улицы нашего райцентра объехать, и какой тариф мы предложим за проезд, то есть здесь вопрос, наверное, в первую очередь касается расчетов. По нашим расчетам, предварительно стоимость билета должна составлять для человека, для проезда, это 150 тенге для человека. Естественно, наверное, не каждый житель согласится на данный тариф. Если же мы говорим рассматривать вопрос с точки зрения субсидирования и признать этот маршрут как социально значимый для населения, тогда мы должны понять, что просмотреть картину по имеющимся у нас гражданам, которые подпадают под эти категории, то есть социально незащищенные слои населения, для школьников. То есть мы можем эту позицию рассмотреть. Но еще раз говорю, мы этот вопрос уже обсуждали с населением. Население, естественно, горит желанием оплачивать, но, наверное, в первую очередь надо спросить у бизнеса. Бизнес пока в настоящий момент, по тем расчетам, которые мы предложили, пока не готов участвовать. Мы этот вопрос постоянно поднимаем, говорим о том, чтобы, ну, по примеру, села Иртышск рассмотреть этот вопрос. Мы готовы субсидировать, но для начала мы должны переговорить с бизнесом. Пока бизнес неохотно идет, мы решили вопрос по подвозу детей для учащихся. Это те учащиеся, которые, допустим, проживают в селе Ахтугай, но далеко добираться до школы. Это порядка расстояния 2,5-3 километра. Мы этот вопрос закрыли.
В части представления услуг по извозу пассажиров пока этот вопрос сырой, но я обещаю, на следующий год мы постараемся его рассмотреть. Цена вопроса, я думаю, мы обсудим, мы найдем компромиссное решение по этому вопросу. А как вообще дела обстоят вот с внутрирайонными перевозками? Внутрирайонные перевозки, да, в период пандемии у нас были проблемы, связанные с тем, что часть маршрутов, ну, так скажем, перестали действовать. В настоящий момент по поручению главы региона мы восстановили маршрут Ахтубай-Шолаксор и Ахтубай-Барлыбай. До этого времени действовал единственный маршрут Ахтубай-Шуга. Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, что со следующего года применить маршрут Ахтубай-Харьковка. Там мы построили новую дорогу, поэтому, я думаю, проблем для водителя автобусов не будет. При этом мы, конечно же, решаем вопрос по субсидированию за счет бюджета района. Деньги мы уже определили. Я думаю, этот вопрос по развитию четвертого маршрута мы решим в следующем году. Жақсы, біздің қол орталыққа қандай сұрақтар келіп түскенін, ішінде қандай маңызды мәселелер көтеріліп жатқанын біз әріптесіміз Айланадан білейік. Сөз кезегі өзіңізде. Колл-центр телеканала ЕРТС активно ведет свою работу. К настоящему времени поступило около 10 звонков. Уважаемые телезрители, напоминаем, что вы можете задать интересующие вас вопросы акиму Актугайского района Каршыга Зальмухановичу, позвонив по номеру 33 90 35. Также можете отправить сообщение на WhatsApp по номеру 8702 812 29 59. Из поступивших на данный момент вопросов хотелось бы озвучить некоторые. Здравствуйте, я обращаюсь к вам из села Муткенова. В этом году в село Карауба сделали пляж. Мы тоже живем на берегу Иртыша и хотели бы купаться и отдыхать на безопасном пляже. Когда нам сделают пляж? И второй вопрос. Меня зовут Алия. Я жительница села Ахтугай. Несколько лет назад в Ахтугае начали активно строить дома, двухквартирные, затем два 24-квартирных дома. Много людей заселились в новые дома, но уже последние два года перестали строить. С чем это связано и продолжится ли работа в данном направлении? На данный момент это вся информация. Студия, передаю вам слово. Рахмет Айлана. Рахмет. Спасибо за вопросы, но по пляжу, наверное, я скажу так. У нас очень много мест, где стихийно купается, так скажем, наше население. Поэтому, чтобы узаконить, мы в первую очередь работаем над тем, чтобы создать коммунальные пляжи. Да, действительно, мы в Карауабе в этом году открыли коммунальный пляж. То есть, согласно всем требованиям и нормам купания людей на воде, в первую очередь мы получили паспорт готовности со стороны областной водно-спасательной службы. То есть, дает ли право купаться населению, чтобы посмотреть дно, так скажем, течение и так далее, наличие ям. Поэтому после заключения мы, естественно, уже положительно предусмотрели выделение средств. В этом году мы действительно коммунальный пляж открыли. Наши перспективы по этому вопросу — это наше село Муткенова, Кожемжар. То есть мы знаем, что люди там купаются, но, к сожалению, там тех служб со стороны ЧС там не имеется, потому что он официально не признан коммунальным. Поэтому мы пока планируем на следующий год, наверное, мы остановимся на Муткенова, потом уже задача 24-го года — это село Кожемжар. Ну, для того, чтобы обустроить пляж, ну, всем стандартам, ну, наличие разных малых архитектурных форм, наличие песка, то есть буйки, ну, все необходимое, примерно минимальные затраты составляют порядка от 5-6 миллионов и до 10 миллионов. Поэтому я думаю, мы эти средства предусмотрим пока только на один пляж. Ну, и, наверное, если жители Муткенова поднимают вопрос, постараемся, в первую очередь, решить вопрос по Муткенову. Потом уже Кожемжар. Жақсы. Второй вопрос у нас был по домам. Это, конечно же, ну, я не буду называть проблемы. Мы со своей стороны подготовились, то есть мы имеем 4 проекта. Каждый проект прошел экспертизу, имеется заключение по тому, чтобы подвести инженерные коммуникации к каждому дому. Мы старались все дома запитать существующим котельным, который находится в доверительном управлении, то есть не обременяя, так скажем, социальные объекты. Но при этом самый главный вопрос – это вопрос финансирования. Поэтому, наверное, я бы акцентировал внимание на действия программ, по которым может финансироваться тот или иной район или город. К сожалению, пока по тем программам, которые можем профинансировать, нам эти деньги пока не дают. Вопросы кредитования, по ним мы, наверное, пока не можем. Население у нас не готово. То есть, если бы это был бы город, наверное, была бы ситуация другая. По арендному жилью пока финансирования нет.
Будем надеяться, что ситуация поменяется. Пока республика, комитет по делам строительства, пока, к сожалению, на наши вопросы, ну так скажем, пока, мягко говоря, не реагируют. Надеемся, что ситуация поменяется в следующем году. 4 проекта, я еще раз говорю, 24-квартирных у нас имеется в наличии. Мы готовы их выставить для того, чтобы финансировались. Либо через республиканский бюджет, можно через областной, но, наверное, это будет тяжеловато для областного бюджета. Поэтому просим, неоднократные просьбы наши в адрес комитета по делам строительства, пока вот ситуация у нас такая, пока еще не решено. А сколько людей всего в очереди на жилье у вас? В настоящий момент 136 человек стоит в очереди из социально незащищенных слоев населения, из работников бюджетных организаций. Если бы мы закрыли 4 дома, это у нас уже 96 человек получили бы квартиры. То есть считайте, что мы 70% наверное, объема уже закрыли бы. Ну, это проблема во всех районах. Вот мы сколько эфиров проводили, все говорят, что в этом году как-то вот жильем со стройкой вообще особо как бы дело не двигалось. А вообще вот в планах уже есть? Включили это в бюджет следующего года или нет? Я еще раз повторюсь, эта программа именно по арендному жилью не финансируется. То есть необходимо, чтобы были изменения в законодательстве по строительству. А другое жилье будет строить? Другое жилье возможно строить через кредитование, но наши жители еще не готовы к этому. А бизнесмены местные строят? Бизнесмены строят, но это, так скажем, единичные случаи, когда необходимо, допустим, привлечь кого-то извне, за пределами района, они, естественно, строят. Тот, кто заинтересован, они строят. Для то своих есть, работников? Да, получается. Я не буду говорить, это не только Актуагро, но есть и другие организации, которые, в принципе, так скажем, если они видят надобность, они привлекают для себя рабочую силу. Естественно, главное условие – это предоставление жилья. Есть, но это пока случаи единичные, к сожалению. Спасибо, понятно. Бізге келіп түскен бейне сұрақтар да бар. Экранға назар аударайық. Уважаемый Қашығаз Алимханович, меня зовут Нигматова Толганай. Сейчас моему ребенку 1 год и 4. Мы стоим в очереди в садике Ахбота. Я хочу устроиться на работу, но ребенка мы в садик не можем устроить, так как сейчас там нет мест. Планируется ли открытие дополнительных мест в этом садике? Спасибо за вопрос. Ну, наверное, буду откровенен, к сожалению, пока в настоящий момент у нас 2 садика, которые имеются в Ахтуае, они, ну, практически мест свободных нету. При этом мы, конечно, показатель от 3 до 6 лет мы закрываем на 100%, но есть у нас очередность среди детей от 1 до 3 лет, ну, так называемые ясельные группы. Мы в планах строим, так скажем, вариант приобретения здания у частного лица для того, чтобы там в дальнейшем организовать ясли-детский сад. Такие планы у нас есть. Об этом я Абылхару Бактубаевичу докладывался, о том, что если мы его купим за счет бюджета района, возьмется ли дальше финансировать для разработки проектно-сметной документации и в дальнейшем потом его реконструкции. В принципе, добро дано, но для этого нам надо провести окончательную процедуру выкупа. Если мы это проведем, то по стандартам где-то ориентировочно 4 группы по 20 детей мы, наверное, можем закрыть. Сейчас у нас порядка где-то 95-96 детей у нас находятся в очереди по нашему району. Вот. А говорить о том, что мы дополнительно где-то будем открывать группы, наверное, будет неправильно. Я лукавить не буду. Я скажу, как есть. Ситуация у нас, к сожалению, пока такая. Енді бала санының өскені де жақсы ғой, енді ауданда. Демографиялық ахуал қазір қандай ауданда? Халықтың саны өсім байқала ма халықтың санында? Қазір біздің ауданда 11800 адам тұрады. Бірақ та бір жыл ай сайын 150 адам кетіп жатыр біздің ауданда. Қазір осындай жағдай. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қоңырауды қабылдайық. Ассалаумағалейкум, волейбол. Күрес жегілер сонда бар. Ассалаумағалейкум, тыңдап тұрмыз. Сауалыңызды қойсаңыз. Ау. Сауалыңызды қойыңыз. Эфирдесіз. Саламатсыз ба. Мен Қараоба село округінің тұрғынымын, Сағындық Ғабидолламын. Бізде мынандай сұрақ. Бізді тірек ауылымыз қазір Қараоба. Енді Әуелбек ауыл екеуін қосты бірге. Енді біздің ауылда сол мына дене шынықтыру, сауықтыру кешенін салуға бола ма? Өйткені бізде еркін күрес, қазақша күрес, футболдан сол не жетістіктеріміз бар, жастар көп осымен айналысады.
Жақсы, түсінді. Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Қазір Қараоба ауылында келесі жылы дене шынықтыру, сауықтыру кешені болады. Қазір ақша бөлінді 192 миллион теңге. Қазіргі таңда мемлекеттік сатып алу конкурстары рәсімдері болып жатыр. Аман болса, келесі жылы әрине құрылысы осы ғимаратты болады біздің Қараобада. Это в рамках программы «Ауыл ел бесігі»? Я, әрине, «Ауыл ел бесігі» бағдарламасы бойынша істейміз осы объекті. Тогда, может быть, сразу раскроете секреты, какие села на следующий год, где будет строиться что-то? Ну, секретов нету. Мы заявили два населенных пункта, это Хароба и Аульбек. Мы хотели бы по ним рассмотреть вопрос по ремонту, вот я уже сейчас говорил, по ремонту, вернее, строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Потом, конечно же, ремонт дорог и в Харобе, и в Аульбеке. И в Аульбеке мы хотели бы провести капитальный ремонт по зданию ДК. Это, так скажем, ДК, который имеет историю, один из больших ДК у нас. Вот я говорю, по ФОКу в Харобе и по ремонту ДК мы, в принципе, конкурсные процедуры все проводим. Деньги выделены в рамках этой программы. Если все нормально будет, я думаю, в конце следующего года мы будем находиться уже в обновленных объектах, я имею в виду в Аульбеке. Харауба, он типовой проект, ну, как везде у нас по области строят, физкультурно-оздоровительный комплекс ангарного типа. Естественно, спортзал предусмотрен для игры, как волейбол, баскетбол, мини-футзал, так скажем. При этом планируем провести ремонт дорог в Аульбеке и в Харауба. К сожалению, там состояние не очень хорошее, поэтому как проведем конкурсную процедуру, я думаю, мы проведем надлежащим образом все ремонтные работы. Угу. Вот вы коснулись сейчас темы дорог. Где еще вот дороги нуждаются прямо вот в срочном ремонте? Ну, если говорить о дорогах районного значения, наверное, это в первую очередь дорога, которая идет, связывает наш район с Экибастузским, сельской зоной города Экибастуза, в первую очередь. Там у нас, мы в этом году нам выделили деньги на 30 километров. В рамках программы «Нурлыжол» мы сделали вот 30 километров и заявились на следующий год 22 километра. Но пока нам дали добро на финансирование с 30 по 45 километра, с 45 по 52 мы ждем финансирования при уточнении областного бюджета. В целом эта дорога будет связывать не только жителей Ахтубайского района, но и даже жителей Иртышского района. То есть это примерно на 150 километров уменьшает протяженность с выходом на Экибастуз и столицу нашей страны, на город Астана. То есть экономически целесообразность очень высокая. Я думаю, это поднимет для многих наших сельхозтоваропроизводителей короткую дорогу на эти два города. По дороге на Шолаксор, ну, это наша, так скажем, проблема связана с тем, что ну, дорога, так скажем, имеет конечную точку в селе Шолаксор, протяженность 164 километра. Особенно жители дальних населенных пунктов, они все время поднимают этот вопрос. И Аким области знает про эту проблему. Дорога находится на балансе в области, в областном управлении дорог. Мы со своей стороны, все, что от нас зависит вместе с областным управлением, стараемся как-то проговаривать вопросы по его содержанию, особенно в зимний период. Областное управление готовит со своей стороны, как балансодержатель, проектно-сметную документацию. Насколько я знаю, они готовят со 126 по 141 километр. Ну, то есть каждый год по 10-15 километров, если мы будем делать, я думаю, через 3-4 года мы закроем этот вопрос. Остальные все дороги въездные, мы все необходимые документации подготовили, ждем только финансирования. Ремонт дорог внутри сел, это, конечно, только программа «Ауыл ел бесігі». Бюджет района не может потянуть это финансирование в связи с тем, что очень больших средств требуется. Поэтому следующий год у нас 23-й Харауба-Аульбек. Ну и дальше 24-й, 25-й программа действует. Будем подключать другие населенные пункты по ремонту дорог. Спасибо. Во время подготовки к эфиру к нам вот поступали видеовопросы. Давайте послушаем следующий вопрос. Внимание на экран. Уважаемый Каршыга Зальмуханович, текущим летом мы все стали свидетелями небывалого нашествия гнуса.
Вот. После неоднократных возмущений и требований жителей прибрежных сел была проведена определенная работа только в трех селах. Это Актагай, Муткеново, Кожемжар. Вот. Почему-то обошли стороной село Приреченское, хотя от Актагая мы всего лишь 3 километра. Вот. Мы пережили как-то этот год. Теперь нас волнует вопрос, что вы планируете сделать по травле гнуса в следующем году? Такой крик души. Да, сложный вопрос. Ну, да, конечно, в этом году наш район, так скажем, ну, захлестнуло, наверное, так скажем, большие рои, так скажем, комаров, гнуса и так далее. Ну, наверное, в первую очередь это связано с тем, что мы по природному ландшафту, мы расположены, так скажем, в низине, и когда сброс воды производится с каскада гидроэлектростанции с восточного Казахстана, мы, район Теренколь, попадаем под самые нижние точки. И, соответственно, раз у нас нижние точки, самое длительное пребывание воды приходится именно на наши два района. Мы со своей стороны работу, конечно же, провели в рамках того финансирования, которое у нас было. Но, конечно же, потом мы обратились, два акима района обратились к главе региона, чтобы оказать поддержку в части проведения работ путем привлечения авиации, затем бригад, которые работали в целом по области. Ну, могу сказать, что эффективность довольно-таки высокая была именно в тех местах, где они работали. Это вот наш заявитель говорит, что в трех населенных пунктах. Ну, скажу как есть, для того, чтобы отработать ну, все населенные пункты, которые расположены вдоль реки Иртыш, на тот момент ну, стольких средств не было. Но при этом, конечно же, мы благодарны за то, что оперативно, буквально в течение 3-4 дней отработали вот три наших самых главных густонаселенных населенных пункта. При этом, если жители Приреченска говорят о том, что мы не планируем ничего делать, но я скажу, мы направили письмо главе региона о том, чтобы в течение 2023 года все-таки оказали нашему району поддержку. Наш бюджет это осилить не может. Глава региона дал поручение отраслевому управлению недропользования о том, чтобы решили вопрос финансирования и охвата как можно большей площади для работы по, так скажем, дезинсекции против кровососущих. Сколько денег будет, я об этом сказать не могу, так как я не являюсь администратором программы. Но то, что будет уделено внимание со стороны области нашему району, я могу это смело заявить. При этом также аким области дано мне поручение о том, чтобы я предусмотрел средства за счет бюджета района. В первую очередь это приобретение лекарств, всякого рода препаратов, биопрепараты, химпрепараты. Ну и оснащение наших акимов сельских округов, которые расположены вдоль берега, приобретение ранцев. Из расчета на каждый акимат 3-4 ранца. Мы эти деньги будем выделять. Конечно же, в первую очередь мы будем ставить вопрос о качестве проведения, чтобы потом, ну, так скажем, минимизировать те неудобства, которые возникли в этом году у жителей нашего Актуайского района. Со своей стороны приношу извинения за дискомфорт, который был. Надеюсь, в следующем году ситуация будет другая. Отлично. У нас есть телефонный звонок. Давайте примем его. Здравствуйте, вы в эфире. Озвучьте свой вопрос. Алло, здравствуйте. Кашгат Мухамедович, у меня такой вопрос. Каждый год с канала имени Хана Шазатпаева по реке Шигерте идет попуск воды до озера Шиганак. Каждый год по-разному. В какой-то год 100 миллионов кубометров, в другой год 120 миллионов кубометров. По пути вода разливается на лиманное орошение, что очень необходимо для жителей моего села и ближайших сел, так как в основном здесь занимаются животноводством. В текущем году воды было очень мало, по крайней мере для нашего района. Поэтому у меня вопрос, что планируете предпринять в следующие годы по данному вопросу? И у нас есть предложение заполнять не сверху вниз, как это делается каждый год, а наоборот, начать заполнять с низшей точки озера Шаганак, начать попуск воды сначала для Актуайского района, а затем в Екибастузский район. Такой серьезный вопрос. Да, спасибо за вопрос. Но, скажем так, конечно же, мы это не можем решать на уровне района. Вопрос решается на уровне, ну, во-первых, руководства
области и руководство казутхоза, то есть кто является балансодержателем попуска воды с каналами Сатпаева. Поэтому все гидротехнические сооружения находятся у них на балансе. Мы со своей стороны готовы этот вопрос рассмотреть, так скажем, комиссионно, чтобы все-таки принять вопрос. Понятно, что, наверное, жители Экибастузского района, они будут рады за то, чтобы начали, так скажем, попуск воды с их земель. Естественно, ахтуайцы хотят, чтобы это началось, начался попуск воды с заполнением со стороны озера Шаганак. Я не могу сейчас однозначно ответить. Я обещаю со своей стороны, что я обращусь к руководству области по данному вопросу. Но, насколько я знаю, будут рассмотрены два варианта. И первое, и второе. На каком остановимся? Видимо, где-то в районе марта-апреля этот вопрос будет окончательно решен. То есть здесь будет комиссионное обследование. То есть, во-первых, еще надо посмотреть состояние гидротехнических сооружений, которые расположены вниз по каналу. Ну и, наверное, самый главный вопрос, это вопрос, на какую сумму канал Сатпаева даст нам объем воды. То есть это будет объем 80, 100, 120 миллионов. Мы пока об этом не можем сказать. Я бы, конечно, как аким района, хотел бы, чтобы начали попуск воды с нашего района, то есть с озера Шаганак. Понятно. Жақсы. Қашырғазы Мұханович, да, раз коснулись темы воды, наверное, давайте продолжим тему орошения. Знаю, что ваши сельхозпредприниматели активно используют эти технологии в своем бизнесе. И есть ли вообще возможность для увеличения земель? Ну, наверное, на недавнем выступлении главы государства тоже акцент был сделан на том, чтобы необходимо увеличить площади орошения. Мы тот район, который расположен вдоль реки Иртыш, главной водной артерии нашей страны. Но здесь еще вопрос, наверное, в первую очередь ставится о том, что насколько готовы земли нашего района рассматривать увеличение площади орошения вдали от реки. То есть мы понимаем, что сейчас у нас зона примерно охвата там, от 3 до 7 километров. Угу. Дальше, соответственно, те предприниматели, которые занимаются орошением, для них это невыгодно. То есть чем дальше уходим, тем больше затрат. Поэтому сейчас и главой региона поставлена задача о том, чтобы рассмотреть вопрос, уйти вглубь от реки где-то на расстоянии 15-20 километров. Если говорить о тех остатках, так скажем, земли, которые расположены и где можно проводить орошение, это буквально порядка не больше 1,5-2 тысяч гектаров, поэтому дальше мы уже развиваться не сможем. Хотя задача нам ставит. Поэтому, наверное, в первую очередь надо рассматривать вопрос о том, чтобы ну, либо государство, либо путем кредитования через государственные институты рассматривать вопрос, чтобы уйти дальше по расстоянию примерно на 15-20 километров от реки Иртыш. Но здесь есть еще и другой вопрос, другая ситуация. То есть, если мы решаем вопрос по увеличению площади орошения, автоматом мы решаем вопрос, не решаем вернее, а будет проблема по уменьшению площадей для пастбищ. То есть здесь сейчас любое решение по целевому назначению под орошение аким области дано поручение, чтобы мы это рассматривали путем проведения сходов с гражданами, где именно эти земли нам необходимо менять по целевому назначению. Поэтому пока не будет положительного решения схода граждан, то об изменении целевого назначения либо это с пастбищ на пашне, либо это с территории земель населенных пунктов. В любом случае, все мы будем решать сперва через сход граждан. Если этот вопрос мы будем решать без всяких эксцессов, то тогда второй же вопрос – это выделение земель для устройства там орошения. Ну, так скажем, это палка с двумя концами. Спасибо. Колор толка кизек перик. Айлана, сөз кизек өзіңізде, қандай сұрақтар бар келіп түскен? Ертістелер насының қол орталығы белсенді жұмыс істеуде. Қазіргі уақытқа дейін біздің 33-90-35 тікелей эфир телефонына 20-ға жоқ қоңырау саны келіп түсті. Құрметті телекөрермендер, естеріңізге сала кетейік. Біздің әлеметтік желдегі парақшаларымыз арқылы да біз сіздердің сұрақтарыңызды қабылдай аламыз. Және де бүгінгі келіп түскен сұрақтардың арасынан екеуін сіздерге дауыстап оқып берсем. Сәлеметсіз бе, менің аты-жөнім Амангелді Данагүл. Мен Павлодар қаласының педколледж студентімін. Атанам Ақтоғай ауданында Шолақсыр ауылында тұрады. Биыл Балтасап ауылына дейін асфальт төселінді. Неліктен Шолақсыр ауылына дейін асфальт төсемейді? Үйге барып қайту қиындыққа соғады. Және екінші сұрақ, құрметті Қаршыға Зәлмұханұлы, мен Ахметова Гүлназ, Жалаулы ауылының тұрғынымын. Менің сізге қоятын сұрағым осы. Жалаулы ауылына орталықтандырылған су құбырын саламыз деп едіңіздер. Сол айтқан уақыттан 2 жылдай уақыт өтті. Әлі бұл мәселе шешілген жоқ.
Енді тағы қанша уақыт тосуымыз керек екен? Басқа ауылдық округтердің орталық ауылдарында су құбырлары орнатылған. Бізде әлі жоқ. Осы мәселені шешіп беруіңізді сұраймыз. Студия сөз кезегі сіздерде. Рахмет, Айлана. Енді ауданның осындай белсенді жас тұрғындарының атынан келіп түскен сұрақтар екен. Бірінші сұрағыңызға рахмет. Бірінші мәселе жол туралы. Мен қазір орыс тілінде айттым ғой. Ақтоғай Шолақсор 164 шақырым. Осы жолы областық басқармасына балансты тұр. Қазір осы жылы 4 шақырым біз істедік. 122 шақырымнан бастап 126 шақырыма дейін орташа жөндеу жұмыс істедік. Жақсы мердігер Гордострой. Қазіргі таңда әрине сапасы бар. Келесі жылы біздің жоспарымызда 111 шақырымнан бастап 122 шақырымға дейін орташа жөндеу жұмыс мен ойлаймын жүргізеді осы мердігер. Сосын біздің областық басқармасы жобалық құжаттама сметалық дайын істеді. 15 шақырым 126 шақырымнан бастап 141 шақырымға дейін документі түгел істейді. Осы жоспарымызды осындай. Екінші мәселені жалауылы әрине су құбырын салуға жобалық сметалы құжаттама бар. Ол қазір біздің бағасы 365 миллион теңге. Қазір біздің өтінім республикалық комитеті жаздық, рұқсат берді, қаражатты бөлінді. Келесі жылы мен ойлаймын осы жұмысты істейміз. Қазір сатып алу конкурстар өткіземіз. Амант болса, желтоқсан айында біздің мердігер болады осы мәселені. Осында ішіміз. Нам сообщают, что есть телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Қайырлы кеш, тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе, эфирдесіз. Так, видимо, какие-то есть технические неисправности. Бейне сұрақ бар ма екен бізде? Бейне сұрақ бар болса, экранға назар аударайық. Қаршыға Зәлімханұлы. Құрметті Қаршыға Зәлімханұлы, мен Жалаулы төңірегінің тұрғыны Мадиева Айман Төленқызы. Сіздерден біздің емхананың жөндеуден өтпегеніне көп жылдар болды. Соны жөндеп, халыққа қызмет етуге көмектессеңіздер екен деп өтінемін. Рахмет. Сұрағыңа рахмет. Шынында да мұндай проблема Жалаулы ауылында бар. Ақпан айында біздің облыс әкімі Абылқыр Бақтыбайұлы жиналыста болған. Ол маған да сосын областық денсаулық сақтау басқармасы басшысына тапсырма берген. Әрине осы біздің қазір амбулатория ескі ғимаратты жөндеу керек. Қазір денсаулық сақтау басқармасы қазір жобалық сметалық құжаттама дайындайды. 45 миллион теңге болады. Келесі жылы мен ойлаймын жұмыс істейміз осы мәселені. Қаршыға Зәлімханович, мы уже говорили о молочно-товарной ферме, как о проекте таком прорывном для района. Но есть ли еще какие-то проекты, какие-то вот на следующий год, какие запланированы? Ну, нам на каждый год ставят наличие не только тех проектов, которые, ну, так называемые, финансируются за счет бюджета там, республики, области, либо района, но в основу ставится задача по привлечению частных инвестиций. Мы, конечно же, в этом отношении тоже работаем, но кроме Ахтуай Агро, который в этом году ввел эксплуатацию товарно-молочную ферму, это же предприятие построило фруктохранилище, затем зернохранилище, то есть они в этом направлении двигаются. Если говорить о других наших крестьянских хозяйствах, предприятиях, это в первую очередь Агротерра построила овощехранилище объемом порядка 4,5 тысяч тонн, молочное село построило практически терминал в объемом порядка 5000 тонн. КХ «Агро» построила и зерноток, и овощехранилище. Поэтому мы двигаемся потихонечку.
Но если брать те проекты, которые, так скажем, заслуживают внимания, это в первую очередь, наверное, в этом году через Казотхоз мы завершаем финансирование так называемых полей орошения. Тоже Ангобек, это на территории Харабинского округа. Порядка 1000 гектар мы в копилку на следующий год принесем по увеличению полей орошения. И если все нормально будет в перспективе, данным же сельхозформированием планируется где-то ориентировочно к 2025 году строительство товарно-молочной фермы. Но это наши планы на будущее. Большую, наверное, большая часть финансирования также заключается в приобретении сельхозтехники, дождевальных установок. То есть это порядка примерно на 1,5 миллиарда. То есть все предприниматели сейчас не сидят на месте, они понимают, что двигаться надо именно в этом направлении, так как у нас район в целом, основная направленность — это животноводство, растениеводство, поэтому каждый в этом направлении старается, так скажем, учитывая, что есть возможности финансирования через, допустим, нашу агрокредитную корпорацию, через другие институты, они всеми этими инструментами пользуются, поэтому, я думаю, будем двигаться вперед. Показатель у нас на этот год составляет порядка 12 миллиардов. Цифра, конечно же, очень большая, но мы постараемся этот показатель исполнить на этот год. Я нам сообщаю, что есть телефонный звонок. Давайте примем его. Здравствуйте, мы вас слушаем. Сәлеметсізбе, менің сұрағым бар еді. Аты жөнім Лежан Минар болады. Мен осы ағымдағы 2021 жылы қоныс аудару бағдарламасымен Алматы облысынан ата-анаммен бірге көшіп келіп едім. Биыл ғана оқу орнын бітіріп, мәдениет және спорт бөлімінде орналастым. Биылғы жылы жас мамандарға дипломмен ауылға бағдарламасымен берілетін қаржыны ала аламын ба? Сол туралы нақты білейін деп едім. Сұрақ. Жақсы, рахмет сауалыңызға. Рахмет. Қазір бағдарлама бойынша дипломмен ауылға әрине біздің биыл осы көбірек өтініш келіп түсті. Сондықтан республиканың бюджеттен 16 адам қаражат бөлінді. Ол бағдарлама бар ғой әлі? Жалпы дипломмен ауылға көп естілмей кетті сол кезде. Қазір қараша сосын желтоқсан айында аман болса тағы 3-4 адам қалды. Бізге керек 12 миллион теңге. Мен ойлаймын, біздің облысының бюджеттен осы ақшаны бізге бөлінеді. Вообще, каких специалистов не хватает в районе? Ну, наверное, основной вопрос – это в первую очередь специалисты, которые работают в системе здравоохранения, ну, так скажем, узкие специалисты, которых, ну, так скажем, привлечь, чтобы сюда, это в первую очередь надо решать вопрос, наверное, по жилью и по материальному стимулированию. Решение вопроса по жилью мы закрываем без проблем. У нас есть жилфонд, который предусмотрен для них. Программы, те, которые официально мы можем простимулировать через так называемые, ну, говорят же, что хотели приехать, но вы нам должны единовременные какие-то выплаты провести. Подъемные, да? Подъемные, так называемые. Через бюджетное законодательство мы не можем их профинансировать. Поэтому это только можно решать через так называемых спонсоров, через крестьянские хозяйства. Учитывая, что суммы, которые они, ну, так скажем, не 100, не 200 тысяч, то есть все хотят и комфортно проживать, и все хотят, поэтому иногда с этим у нас проблемы. Конечно же, специальности те, которые, так скажем, педиатр, терапевт, по ним у нас проблем нет. Есть у нас моменты по узким специальностям, это в данном случае хирург, которого мы ждем, мы готовы предоставить условия проживания, то есть у нас есть и двухкомнатные квартиры, есть отдельные дома. Вот буквально на прошлой неделе приехал специалист, мы предоставили ему отдельно стоящий дом. И мы готовы на это пойти. Другой вопрос, что вопросы финансирования, я имею в виду в качестве выделения подъемных, мы пока не всегда можем решить. То есть максимум это одного специалиста в год. Ну, может быть, хирурги нас смотрят и отзовутся. А вот есть такое понятие социальная ответственность бизнеса. Да? Как раз вот мы знаем, что Актугайский район – это вот овощи, это картофель, это капуста, это морковь. Как-то вы вот своим сельчанам реализуете это по какой-то там социальной цене? Ну, у нас все, что связано с овощеводством или картофелеводством, у нас проблем нет. У нас есть списки социально незащищенных граждан, которые мы постоянно предоставляем их нашим сельхозформированием, поэтому со стороны них проблем нету.
Все, что связано с представлением так называемых зерноотходов и так далее, мы обращаемся к тем крестьянским хозяйствам, которые занимаются на Багаре, так скажем, выращиванием зерновых культур. Все, что касается помощи представления угля, дров, это мы уже занимаемся через акиматы, стараемся привлечь, так скажем, мало-средний бизнес в этом вопросе, поэтому поддержка постоянно проводится. Ну, наверное, не мне судить, насколько она в хорошем или... Ну, я считаю, что мы оказываем поддержку всем, кто к нам обращается. Это мое мнение. Если какие-то есть другие мнения по этому поводу, ну, пускай лично ко мне придут, я докажу обратно. Хорошо. Қаршы Зәлімханұлы, жаңа енді телефон қоңырау болды ғой. Оңтүстіктен қоныс аударған ағайындарымыз бар екен. Жалпы сіздердің аудандарыңызға осы бағдарлама басталғалы бері қанша адам қоныс аударды, оңтүстіктен қаншасы тұрақтап қалды. Ішінде енді қайтадан көшіп кетіп жатқандар да бар шығар. Сіздердің тараптарыңыздан, биліктің тарапынан қандай оларды осында тұрақтандырып қалдыру үшін қандай жұмыстар жасалып жатыр? Ну, мен ойлаймын, осы жылда біздің жоспарымызда 45 отбасымыз осында біздің Ақтоғай ауданына келу керек. Бірақ та қазір қазіргі таңда 32 отбасылар 141 адам келген бізге. Біздің жоспарымызда 250 адам болу керек. Әрине, жұмыс береміз, сосын жер учаскесін кім сұрайды, әрине береміз. Бірақ та біздің ауа райы білесіз ғой қандай, иә. Біздің анықтаманы қазір бір жылда 5-6 отбасы оңтүстік Қазақстанға жүріп жатыр дейді. Әрине проблема бар, бірақ та мен ойлаймын, келесі жылы біздің жоспарымызда тағы да 50 отбасы керек бізге. Жаңа жұмыс қазір біздің, мен айттым ғой, Ақтоғай мен ашылды. Анда көп кісілер керек. Жаңа жұмыс орнын береміз әрине. Сосын біздің дәрігерлер керек, мұғалімдер керек. Мен ойлаймын, орысша айтсақ, узкая специальность керек бізге. У нас есть еще один видеовопрос. Давайте посмотрим. Внимание на экран, пожалуйста. Ассаламу алейкум, әкім Жолдас. Мен осы басқамыстың тумасымын. Осында әке шешем, өзімде бала шағам туып өскен. Енді бізге жол қатынасы қиын. Әр жағы разым көзден бер қарай салынды. Енді екі бастан бір қарай жол жоқ. Сіздерге көп рахмет әр жағынан. Мен ризамын енді әр жағын салған. Мұн жаққа екі басқа жиі қатынасымыз. Бір күн ауру, бір күн сау болып қаламыз. Қарым қатынас керек, оған екі бас бізге уақыт салып берсе екен. Біздің неге деймін, азына қай деймін. Сұрағыңызға рахмет. Қазір мен орыс тілінде айттым ғой, біздің Разумовка басқамасқа 30 шақырым бар. Осы жылды біздің мердігер азы істелінді, сапасы бар. Біздің жоспарымызда келесі жыл тағы да 22 шақырым бар. Басқама салынан бастап, Екібастұз шекарасын 22 шақырым бар. Қазір біздің конкурсты рәсімдер әрене істейміз. Келесі жылы қазір біздің жоспарымызда бірінші этап ол 15 шақырым, сосын екінші этап 7 шақырым. Істейміз, амандық болса келесі жылы. Рахмет. Хорошо, Зәлімханович, вы знаете, что у нас есть традиционная рубрика «Әкім әудесі». Давайте вспомним ваше прошлогоднее обещание. Ортасын таңдадыңыз ғой, жақсы, көрейік. Не деп жазылған екен? Қаршыға Зәлімханович, за последние годы в нашем районе открыты парки, аллеи, памятники, детские спортивные площадки. Хотелось бы, чтобы в нашем районе было специально отведенное место для проведения концертов на открытом воздухе. Ну, я так понимаю, это сцена, наверное, да? Да, или, видимо. Скорее всего, сцена. Да. Еще одно такое общественное место хотят. Ну, я думаю, этот вопрос можно решить. Я думаю, и с привлечением спонсоров, где-то за счет бюджетных средств. Ну, я обещаю этот вопрос рассмотреть положительно. Надеюсь, что мы его выполним в следующем году. А мы обязательно покажем. Приедем, снимем, покажем. Вот наша съемочная группа побывала буквально вот в октябре в вашем районе. Мы видим вот сцена.
Это ваш актугайский такой эртиспроменад, да, в мини? Ну, так называемый, да. Угу. Ну, мы по этому проекту в начале года, ну, раз я обещал нашему населению сделать его, мы в первую очередь рассмотрели этот вопрос путем привлечения спонсоров. Но самый главный вопрос, на который откликнулись граждане, это я не буду скрывать, я сделал воззвание нашим работникам как бюджетных организаций, как сельхозформирований, так и в первую очередь на большим бизнесменам, которые работают у нас на территории. Мы собрали определенное количество средств. Ну, за счет бюджета было произведено устройство брусчатки, а за счет спонсоров мы произвели обустройство сцены. Порядка 8 на 12 метров. Буквально вот вчера мы на День Республики уже отмечали наш главный праздник на этой сцене. Установили юрточный городок с привлечением артистов. Мероприятия по спорту, культуре мы, надеюсь, теперь будем проводить именно на этом месте. У вас там даже фонтан есть? Да, фонтан мы в прошлом году поставили. Да. А буквально несколько слов, что еще будете здесь строить? Ну, есть еще часть территории, которая не охвачена. Наверное, все-таки мы продолжим вопросы по озеленению, устройству цветников. Орнықтар бар ма отырады? Бар, бар, әрине, иә. Ну, наверное, еще надо определиться, если где-то вот установка, люди пожилого возраста просят разного рода тренажеры, поэтому там, возможно, будем еще делать. Спасибо. Енді осы айдарды қаршыға Зәлімханұлы, біз биыл да жалғастырмақшымыз. Енді елімізде биыл балалар жылы болғандықтан кейін, осыған дейінгі әріптестеріңізде сұхбатын көрген боларсыз, бүкіл аудандардан бүлдіршіндердің тілек жаңағы тілектері бар. Сіздің аудандарыңыздың бүлдіршіндері қандай сұрақ жолда айткен, соны экранға назар аударсақ. Мы воспитанники Актогайского ДЮСШ. Мы занимаемся хоккеем 7 лет. Нам это очень нравится. Мы хотим поблагодарить акима района за хорошие условия, за новый крытый хоккейный корт. У нас в планах выезжать на соревнования в другие районы и города. Но у нас нет такой возможности, так как у нас старая форма. Мы просим акима района в приобретении новой хоккейной формы. А также мы просим построить нам скейт-дром, чтобы мы занимались летом скейтбордом. Много желаний, оказывается. Да, вопрос хороший. Ну и, наверное, эта проблема у нас. Еще когда я прибыл работать в Актугайский район, поднимали дети, когда еще вообще не было крытого корта, поднимали вопрос по форме. К сожалению, у нас вот из года в год эта проблема не решается. Наверное, все-таки мы прибегнем к мысли, чтобы, опять же, привлечь спонсоров, скорее всего, из крестьянских хозяйств. Кашыга Зәлімханович, вы обещаете? Ну, конечно же, обещаю. Раз я нахожусь здесь у вас в студии, я обещаю это потому сделать. Потому что у нас не так много времени уже до конца эфира. Давайте дадим слово кул-центру. Айлана, подведите итоги. Кол-орталық байланыста эфир барысында Ертісел арнасының кол-орталығына 30-дан аса қоңырау және әлеуметтік желілерге 20-дан аса хабарлама келіп түсті. Ал дауыс берудің нәтижелеріне келетін болсам, дәл қазіргі көрсеткіш осындай. 95% дауыс берушілер әкімнің жұмысына жақсы деген баға берсе, қалған 5% көңіл көншітпейді деп жауап берді. Ал мен сіздермен қоштасамын, студия, сіз кезегі сіздерде. Спасибо, Айлана. Кашыга Зәлімханович, благодарим вас за такой насыщенный, плодотворный разговор. Уважаемые телезрители, сообщаем вам, что в эту пятницу, 28 октября, к нам в студию придет аким Иртышского района. Присоединяйтесь к разговору. Кашыга Зәлімханұлы, сұхбатқа келгеніңізге алғыс білдіреміз, уәдеңізді орындағаныңызды көрдік. Енді халықтың осындай сеніміне бөлене беріңіз, қызметіңізге тау-тау табыс тілейміз. Рахмет сізге. Рахмет. Құрметті көрермен, осымен сұхбатымыз аяқталды. Сау, саламатты болайық. До свидания.